Немыкин Андрей Алексеевич, главный тренер команды Кубгау. Как прошла ваша сегодняшняя игра? К сожалению, провальный первый тайм полностью. Это просто большое счастье, что нам не забили. Второй тайм наладили, конечно, игру, но, к сожалению, не повезло. Но в целом по игре, если оценивать, то игра. А вот как-то повлияли погодные условия? Может, как-то карантин подвинул команду? Да нет, у нас сейчас совершенно новая команда, если вы успели заметить. Наверное, самая молодая в национальной студенческой лиге. Поэтому, ну, это проблема роста детей. Я их детьми еще называю. Но я думаю, что опыт мы получили. Шишки набили. Далее будем только сильнее. К завтрашней игре как будете готовиться? Как обычно. Будем выходить. Для нас теперь каждый соперник сильный. Спасибо большое.